Что ж, продолжаем наше небольшое включение из континентальной футбольной лиги перед ответственным матчем, в любом случае, Аполлоне. И Кайсара рядом со мной. Виталий Пачев, защитник футбольного клуба Аполлоне из Выселок. Что ж, Виталий, футбольная лига, континентальная футбольная лига для вас началась. Началась достаточно удачно, потому что вы в этой победе приняли в любом случае участие. Ну и непосредственно в связи с тем, что это единственный гол во вчерашнем матче вы и забили. С пенальти, с этим у меня первый вопрос. Вы штат пенальтист как раз вашей команды? Не штатный пенальтист, но так получилось. Тренер мне сказал, пробьешь, и пошел я пробил. Был небольшой мандраж, но получилось, что как бы уверенно реализовал этот. Ну, сильно переживали в этот момент? Ну, конечно. Счет 0-0, нужна была победа, первая игра. И поэтому не хотелось подводить команду. И хорошо, что так получилось победить. Важная победа. Как вообще впечатление от первой игры Виталий на континентальной футбольной лиге? Как она в целом для вашей команды сложилась? Ну, сложилось. Мы больше владели мячом. Не получалось забить у нас. Ну, хорошо, что так получилось, что с пенальти 1-0. Главная победа. Ну, в принципе, были еще моменты, да, по ходу всей встречи, чтобы не только с пенальти забить. Конечно, у нас было довольно-таки много моментов, но не получалось. У нас мяч не шел в ворота. И пенальти нам помог выиграть. Да, следующий соперник Кайсар ваш, знаете ли что-то о нем? Может быть, какие-то уже матчи вашего соперника смогли посмотреть? Конечно, знаем. В прошлом году они у нас в группе были, мы с ними играли, очень хорошая команда, хорошо держат мяч, и думаю, нам сегодня будет непросто. Но будем играть на победу, думаю, что закончится все благополучно для нашей команды. Да, Виталий, по ходу вчерашнего дня у нас по результатам каждого вообще игрового дня выбирается символическая сборная континентальной футбольной лиги. Вы ее оказались членом, с чем я вас и поздравляю. Не только я, наш главный спонсор континентальной футбольной лиги 1xbet также вам дарит в связи с этим подарок. Поэтому спасибо за ваши успехи и всего вам хорошего, Виталий. Спасибо большое. Да, что ж, будем мы Виталия отпускать, потому что совсем до игры у него осталось чуть-чуть. Что ж, и удачи в дальнейшем вашем выступлении вам и вашему коллективу. Большое спасибо. Все, пора идти разминаться. Все, отпускаем Виталия, да. Ну, а мы с нашим включением, конечно, не заканчиваем. Чуть дальше они также продолжатся.